Сказка «Овца, лиса и волк». У крестьянина из гурта бежала овца. Навстречу ей попалась лиса и спрашивает: «Куда тебя, кумушка, бог несет?» «Ой, кума, была я у мужика в гурте, да житья мне не стало. Где баран сдурит, а все я, овца, виновата. Вот и вздумала уйти, куды глаза глядят». «И я тоже», — отвечала лиса. «Где муж мой курочку словит, а все я, лиса, виновата. Побежим-ка вместе». Через несколько времени постречался им Бирюк. «Здорово, кума». «Здравствуй», — говорит лиса. «Далече ли придешь?» Она в ответ: «Куда глаза глядят?» Да как рассказала про свое горе, Бирюк молвил: «И я тоже. Где волчица зарежет ягненка, а все я, Бирюк, виноват. Пойдемте-ка вместе». Пошли. Дорогую Бирюк и говорит овце: «А что, овца, ведь на тебе тулуп-то мой». Лиса услышала и подхватила: «За правду, кум твой?» «Верно, мой». «Побожишься?» «Побожусь». «К присяге пойдешь?» «Пойду». «Ну, иди, целуй присягу». Тут лиса сметила, что мужики на тропинке поставили капкан. Она привела Бирюка к самому капкану и говорит: «Ну, вот здесь, целуй». Только что сунулся Бирюк с дуру, а капкан щелкнул и ухватил его за морду. Лиса с овцой тотчас убежали от него по добру, по здорову.